Нового успеха! Меня зовут Кожевникова Наталья, мне 13 лет, я из города Перми, и у меня флейта. Я исполняю вальс, он, наверное, мне кажется, о любви. Оно более, наверное, лирическое. Наверное, нужно заниматься, больше трудиться и любить инструмент. Талант, наверное, тоже присутствует, но больше работа. Хобби я увлекаюсь бассейном, у меня первый юношеский разряд. Еще я люблю очень рисовать. Наверное, музыка на первом месте, потому что спортом я увлекаюсь для себя. Да, я учусь в 7 классе. У меня есть любимые предметы. Это предметы музыка, история и математика. Наверное, предметы, которые мне не очень нравятся, это, наверное, более сложный предмет, это физика. Ее нужно понимать, а если не понимаешь, то не получается ничего. Положительные качества, это, наверное, что я общительная, веселая, наверное. Мое качество, которое бы я хотела изменить, это стеснительность, наверное. Чтобы добиться успеха, нужно трудиться, заниматься и всегда работать над своими качествами. Я желаю всем участникам формулы успеха, чтобы они не боялись камер и не боялись ничего. А себе я пожелаю быть хорошим человеком.